Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя, Нарам Чива Нароттамам, Девим Сарасватим Вьясам, Татоджаям Гираят, Нашта Праеша Бхадришу, Нитья Бхагавата Севая, Бхагавати Юттама Шлоке, Бхактир Бхавати Найштхи. Мы продолжаем читать, изучать Шримад Бхагаватам, песен 1 глава 5, наставление Нарады, текст 22. Идам хи пумса стапасах шрутасьява. Идам хи пумса стапасах шрутасьява. Свиштасья суптасья ча будхи даттайох. Адичья тортах кавибхир нирупито. Я тут тамаш лоха гуману варнанам. И дам хипумса стапасах шрутасьява. Свиштасья суктасья ча будхи даттайох. Авичья тортах кавибхир нирупито. Я тут тамаш лока гунану варнанам. Свиштасья суктасья ча будхи даттайо. Авичья тортах кавибхир нирупито. Авичья тортах кавибхир нирупито. Я тут тамаш лока гунану варнанам. Я тут тамаш лока гунану варнанам. Свиштасья суктасья ча будхи даттайо. Авичья тортах кавибхир нирупито. Я тут тамаш лока гунану варнанам. Идам хи пумса стапаса шрутасьява. Свиштасья суктасья ча будхи даттайо. Авичья тортах кавибхир нирупито. Я дутамаш лока гунану варнанам. Идам. Это хи определенно пумсаха каждого, тапасаха посредством аскез, шрутасья посредством изучения вед, ва или свиштасья жертвоприношением, суктасья духовным образованием. Ча и будхи развитием знания, даттайох раздачи милостыни, авичьютаха абсолютная, артхах польза, кавибхи признанными учеными, нирупитаха сделан вывод, яд то, что Утама шлока, Господь, воспеваемый изысканными стихами.
Гунану варнанам. Описание трансцендентного качества. Перевод и комментарий его божественной милости Абхайча Каринды Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Ученые круги пришли к определенному выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения вед, принесения жертвоприношений, пения гимнов, благотворительности, находит свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах. Еще раз. Ученые круги пришли к определенному выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения вед, принесения жертвоприношений, пения гимнов и благотворительности, находит свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах. Комментарий. Развитый интеллект дан человеку для того, чтобы он углублял свои познания в искусстве, науке, философии, физике, химии, психологии, экономике, политике и так далее. Углубляя эти знания, человеческое общество может достичь совершенства жизни. Вершиной этого совершенства является осознание Верховного Существа, Вишна. Поэтому Шрути гласит, что те, кто действительно обладает знаниями, должны стремиться к служению Господу Вишну. К сожалению, люди, очарованные внешней красотой Вишнумайи, не понимают, что достичь высшего совершенства самосознания можно только по милости Вишны. Да, очень. В человеческом обществе есть эти науки. Изначально все это исходит из вед. Да, психология – это наука о душе. То есть, как какой-то ум человек, как душа обуславливается, как она освобождается. Это все духовная психология. Вот также всякие философия, наука, искусство, химия. Вот. Но если эти науки отделяются от высшей цели жизни, то они становятся препятствием на духовном пути. Да, то есть мы можем видеть, как деградировало и искусство, и наука, и философия, и психология, и экономика. Все как бы стало фактически частью деградации человечества. Поэтому здесь Шрила Прабхупада пишет, что люди, очарованные внешней красотой Вишнумайи, не понимают, как достичь высшего совершенства жизни. То есть Вишнумайя или иллюзия вводит в заблуждение таких живых существ, которые потеряли смысл жизни, потеряли осознание своего истинного положения, истинной цели жизни. Во второй песне Бхагаватам, в Чатуршлоке, говорится, что если человек видит что-то не связанное с Господом, то это лишь отблеск, это лишь иллюзия, отблеск света во тьме. То есть кажется, что оно как светится, да, то есть привлекается. Да. Но на самом деле это просто часть разнообразия тьмы. Да, то есть это то, что привлекает живых существ. Поэтому люди, сбитые с толку этой иллюзорной энергией Господа. Но когда живое существо обращается к поиску смысла своего существования, да, по милости Кришны встречается с преданными, то есть в этот момент может произойти пробуждение, опять устремление, правильного устремления живого существа и осознание своей высшей цели. И тогда, соответственно, все начинает опять преображаться. И даже вот эти науки, которые здесь перечисляются, они могут быть не препятствием, а может быть частью культуры современного общества. И как Шрила Прабхупада здесь пишет, что углубляя эти знания, а что это за знания? Наука, искусство, наука, философия, физика, химия, психология, экономика, политика даже. Углубляя эти знания, человеческое общество может достичь совершенства жизни. Так, и что значит углубляя? Это означает, что нужно научиться видеть, как это связано с Кришной, как это доставляет удовольствие Кришне, и как Кришна является тем, кто наслаждается всем, кто контролирует все, и кто лучший друг всех живых существ. Как это сознание приходит, то есть когда человек посвящает свою деятельность Господу, это свое искусство,
он обязательно ощутит, если он находится в этом состоянии предания, обязательно ощутит, как Господь, ну, дает ему и разум, и внутреннее какое-то вдохновение, понимание, как действовать. То есть он реально чувствует, что Кришна участвует в этом, да, то есть он принимает это служение. И он раз все так развернул ситуацию, ты понимаешь, Кришна контролер, да, он наслаждающийся, он контролер. Да, то есть вот эти вот осознания приходят благодаря видьяне, благодаря реализации. И когда человек осознает, что Кришна – центр всего, он успокаивается внутри. То есть это означает, что мне не нужно контролировать. Кришна все контролирует. Поэтому, почему, например, люди испытывают страх, да, то есть в жизни? Потому что они боятся, что что-то пойдет не в соответствии с их контролем. Особенно страх смерти. Полностью неподконтрольный человек, начинаются процессы, тело отказывает, все, и куда, что, и человек в страшном беспокойстве. Но когда есть вот эта реализация, что Кришна – это центр, это тот, кто контролирует все, тот, кто наслаждается всем, а я просто его слуга, поэтому все спокойно, все под контролем, поэтому что переживать, не надо пытаться под контроль взять этот материальный мир. Вот. Конечно же, преданный может исполнять определенное служение, да, то есть ответственность, которую Господь ему выделил в жизни, он может тоже даже какую-то контролирующую функцию играть, но он считает, он чувствует себя вторичным контролером, помогающим Господу. Например, здесь надо тоже контролировать территорию, да, эту, чтобы сюда никто не залез, да, кто-то контролирует туда. Охранник у нас сидит, у вас есть охранник, кто-то контролирует. Но он помогает Господу, да, осуществляет определенную миссию. Вот. И когда у преданного развивается такое видение, то Вишну Майя перестает, да, стягивать, обуславливать сознание живого существа. У Вишну Майя есть две функции, при помощи которого она обуславливает живое существо. Одна называется аваранатмика шакти, другая пракшепатмика шакти. Аваранатмика – это покрытие живого существа, то есть вначале возникает определенная иллюзия и заблуждение, а потом она стягивает живое существо, то есть появляется некое стремление, если как бы, если Бога нет, то значит я должен взять все в свои руки, да, то есть человек начинает как бы вовлекаться, да, то есть в определенную гуну уже, и так его сознание стягивается на этот уровень жизни. Таким образом происходит. Но когда человек пробуждается в духовной жизни и сознательно стремится видеть все связанное с Господом, вначале это как садхана такая практика. Нет, подожди, это сейчас мне вот ум мой набивает иллюзию определенную. На самом деле Кришна же все контролирует, да, то есть преданный так настраивается и начинает так смотреть и действовать в соответствии с этим. Он начинает получать реализацию, видьяну. Да, Кришна все контролирует, да, Кришна наслаждающийся, Кришна берет каждого. Вот и таким образом преданный избавляется от двойственного восприятия окружающей реальности и, по сути дела, постепенно избавляется от, выходит как из-под влияния этой иллюзорной энергии. Эта иллюзорная энергия, она предлагает эту душу Господу, говорит: Господь, ну, я ее уже проверил, эту душу, все, можешь забрать, твоя преданная. Вишну Майя означает чувственное наслаждение, болезненное и приходящее. Те, кто попался в ловушку Вишну Майи, используют результаты процесса познания для наслаждения чувств. То есть вот так действует Вишну Майя. То есть изначально эти цели познания было достижение Кришны, удовлетворение Его. А теперь человек начинает использовать эти все науки для того, чтобы расширить чувственное наслаждение. Такова иллюзия. Шри Нарада Муни уже объяснил, что все атрибуты материальной вселенной – это эманации Господа, проявляющиеся с помощью Его различных энергий. Поскольку своей непостижимой энергией Господь привел в движение причинно-следственной связи проявленного мира. А то есть весь мир, который мы видим, это тоже Кришна. Кришна создал его из себя, то есть из своих энергий. Энергии Кришны – это тоже Он. То есть Он вместе со своими энергиями, не отделен от своих энергий. Вот. Но нам кажется, что эта энергия отделена от него, поэтому мы можем ее наслаждаться. Кришна где-то там, а этот материальный мир, он сам по себе, поэтому мы здесь можем быть контролерами, ну, богами, другими словами. Так, то есть так вот живое существо впадает в иллюзию.
и, соответственно, попадает в ловушку причинно-следственных связей, в ловушку кармы. Да? То есть он посягает на чужую собственность, соответственно, несет последствия. Эти причины и следствия исходят из его энергии, покоятся на его энергии и после уничтожения погружаются в него. А то есть материальный мир со своими причинно-следственными связями исходит из Кришны. Покоится на нем, Кришна поддерживает это все, и в момент разрушения это все входит в него. Итак, нет ничего, что было бы отлично от него, и в то же время Господь всегда отличен от всего этого. Одновременно единицы отличия, то есть такая философия, такого понимания или видения чистого преданного. То есть он одновременно, что видит, что Господь находится во всем, и в то же самое время он в своей обители. Так, даже обычный человек, если он кого-то влюблен, да, или привязан кому-то сильно, то на что бы он ни смотрел, он вспоминает о объекте своей привязанности, все время думает о нем, да, то есть, и все видит в связи с ним. То есть такое как бы очарование такое, да? Вот. И одновременно то же самое понимает, что этот объект отделен от этих вещей. Также и преданный, который развивает любовь к Богу, то есть он видит все, или Кришна преданный, да, то есть видит все в связи с Кришной и в то же самое время вне его. Об этом говорит третья шлока из четырех шлоки Бхагавата. Есть семя Бхагаватам, в четырех стихах есть Бхагаватам изложен, по второй песне Бхагаватам. Там говорится, что Кришна так же, как первые элементы творения, они находятся как бы вовне этого творения, и в то же самое время внутри него, да, все состоит из первого элемента, в то же самое время они вовне находятся. Точно так же Кришна, да, то есть находится внутри всего и вне всего. Такое видение чистого преданного, которое обладает Кришна преданным, так видит. Когда научный прогресс используется для служения Господу, весь процесс познания становится абсолютным. Личность Бога и Его трансцендентное имя, слава, величие и прочее не отличны друг от друга. Поэтому все мудрецы и преданные Господа советовали использовать искусство, науку, философию, физику, химию, психологию и все остальные области знаний исключительно в служении Господа. Поэтому нам нужна школа, которая будет обучать людей, как быть правильным психологом, который использует себя для служения Господа. Да? Такая школа у нас уже есть. Вот, теперь осталось еще философские школы. Ну, тоже преданно делает этот. Васушьешта Прабу написал диссертацию, докторскую защитил, по тому, по богоцентричному, так сказать, взгляд на жизнь. То есть он смог это увидеть в сообществе на научном языке. По сути дела, установил богоцентричную доктрину философскую, потому что философия может быть материалистичной, это и своего рода основа для жизни, то есть можно все объяснить. Но есть еще объяснение духовное, и это тоже принято сообществом психоистов. Галархан Гупал Прабху зарегистрировал и смог утвердить и сообщество психологов, приняла это как отдельное направление психологии, богоцентричной психологии. Все это сейчас ну, развивается, сейчас институт уже есть, который готовит членов этой ассоциации психологов духовных. Это вот все соответствует с этим стихом. Если это направлено на познание Господа, на удовлетворение Его, то это становится абсолютным процессом познания. Используются. Поэтому все мудрецы и преданные Господа советовали использовать искусство, науку, философию, физику, химию, психологию, все остальные области знаний исключительно в служении Господу. Искусство, литература, поэзия, Шрила Прабхупада, живопись и прочее могут использоваться для прославления Господа. Беллетристика, это что, балет, да? Литература, да? Поэты и знаменитые литераторы занимаются в основном тем, что пишут об удовлетворении чувств.
Но если они обратятся к служению Господу, то смогут описывать трансцендентные игры Господа. Валмики был великим поэтом, а Вьясадева великим писателем. И оба были целиком поглощены описанием трансцендентных деяний Господа, заслужив тем самым бессмертие. Науку и философию также необходимо применять в служении Господу. Есть у нас институт Бхактивиданты, в России, кстати, очень сейчас неплохо развивается. Несколько уже десятков преданных с научными степенями, они работают. Я даже был на конференции в Екатеринбурге, всех институтов Бхактивиданты нашего российского. Похоже, я же так работаю, да, руководитель нашего процесса. Вот. И преданные пишут разные статьи, в общем, в этом тоже в научном сообществе служат таким образом, распространяют знания духовные. В сухих спекулятивных теориях, созданных ради удовлетворения чувств, нет никакой пользы. Философия и наука должны утверждать славу Господа. Высокоразвитые люди стремятся постичь абсолютную истину с помощью науки. И поэтому большому ученому следует направить свои усилия на то, чтобы научно доказать существование Бога. Аналогично этому философские рассуждения должны утверждать, что высшая истина имеет чувство и всемогущее. Да, Шрила Прабхупада здесь подчеркивает именно нашу вайшнавскую философию, то есть и истинную философию. То есть философская система, которая утверждает, что у Бога нет чувств. Он безличен. Поэтому это безликая просто субстанция. И это распространено, на самом деле, даже подсознательно. Люди воспринимают, даже религиозные люди часто думают, что Бог, у него нет чувств. Он же не материальный. А чувство есть на материальном уровне. Да? То есть это что-то такое, это как эти страсти, да, от которых надо избавиться. Эти страсти ведут нас к деградации, к забвению Бога, к привязанности к материи. То есть это что-то плохое, это вот чувство, их надо подавить, как избавиться от них, выжечь, я не знаю, выбить там, цепями. Вот люди есть такие, бьют себя как христиане, хлыстики или как называют, хлыстами убивают до крови свое тело, что-то, знаете, когда сплошной комок боли, уже не до наслаждения, да, то есть все чувства вырубаются, и ты чувствуешь освобождение от этих страстей. Но это искусственные методы. Или же в Индии есть тоже направление. Называется джада-йога, по-моему. Вот, то есть они тоже, они как бы подражают Махараджу Ришабхадеву, фактически ходят обнаженными, выдергивают свои волосы, просто выдергивают из головы. Такие вот хлыщут себя тоже всякими этими. Ну, в общем, так пытаются отделить себя от тела. Вот, знаете, когда все болит, не хочется отождествляться с этим больным мешком, а не тело, да, то есть я трансцендентен. Ну, это искусственные методы, они до какой-то степени могут помочь, но это не естественные методы. Естественный метод – это когда человек действует как душа, и к нему приходит это ощущение «я душа, я не тело, тело» – это инструмент, который я использую, да, то есть это происходит в процессе преданного служения. Вот. И вот эти все философские теории, которые обосновывают разные практики, ложные, то есть из философии исходят потом разные практические какие-то выводы, и, соответственно, люди запутываются в этом мире. Есть даже книга, которую Шрила Прабхупада, преданные, вернее, ее составили на основе бесед с Шрилой Прабхупадой, называется «Диалектический спиритуализм». Слышали об этой книге? Есть такая книжечка. Не маленькая, кстати, у меня такая. Поэтому три тома было таких небольших, три части. Вот, где преданные представляли Шрилу Прабхупаду разных философов и говорили, вот есть такой философ, Шрила Прабхупада спрашивал, а в чем его философия? Он говорит, в этом. Основные какие-то. Шрила Прабхупада разбивает, конечно, на основе вайшнавской философии, все просто разбиваются эти философии, в том числе и философия коммунизма, социализма, все, так сказать, даже Платон и там все эти известные философы, которые почитаются в современном обществе, Фрейд и все остальные.
Шрила Прабхупада говорит о их достоинствах, то есть что-то у них было хорошо, но что-то они не понимали, или лишь частично понимали. И Шрила Прабхупада показывает, да, то есть высвечивает это все на основе вайшнавской философии. Все остальные области знания также должны всегда использоваться в служении Господу. Об этом говорится и в Бхагавад-гите. Знание, в кавычках, неиспользованное в служении Господу, не что иное, как невежество. Истинное назначение передового знания состоит в том, чтобы утвердить славу Господа. И в этом заключается подлинный смысл данного стиха. Научное знание, применяемое в служении Господу, и всякая другая подобная деятельность фактически является харикиртами, прославлением Господа. Очень удивительное и важное высказывание Шрилы Прабхупады, что если вот эти все, казалось бы, ну, сейчас нам кажется, что это какие-то не связанные с Господом науки, если они задействуются в служении Господу, то они становятся харикиртами, прославлением Господа. Да, то есть каждый в своей сфере будет прославлять и проявлять Господа, поэтому это то, что прославляет Господа в науках, искусстве, культуре. Все это становится фактически харикиртаном. Вот. И с другой стороны, харикиртан должен, преданные должны вот эту энергию киртана, да, то есть духовную энергию, привносить в свою жизнь, привносить науку, философию, культуру. Шрила Прабхупада формулирует эту как одну из задач, которую он ставит перед обществом. Это пятая цель, что преданные должны своим примером и своей проповедью доказать, что Кришна является центральной фигурой в науке, в искусстве и во всех вот этих вот всех психологии, там, не знаю, политике. Вот. И доказать таким образом, что он является тем, кто наслаждается всеми видами, да, то есть подношений, служений, всеми видами аскез, что он контролирует все, и он истинный благодетель всех живых существ. Да, то есть преданный должен своим проповедью и примером показать это, доказать. Так, конец комментария. Спасибо. Такие области, допустим, как литература, музыка, философия, их можно использовать напрямую, прославляя Кришну. А как, допустим, ну, доказывать, что Бог есть. Что происходит в физике, да? Давайте, вот сейчас физик надо сказать. Ага. Но одна из фантазий есть тема, называется постулат Бога и строение атома. Когда мы доходим до того, что законы электродинамики электрон вращающегося ядра, он отвечает энергию, он может принять ядро и упасть, и атом разрушается. Вот. Почему она не падает на Землю? Почему вращается планета вокруг Солнца, например, да? Люди спрашивают, почему? И много не можно объяснить. И Бог говорит так. Ну вот, вот так, ну, как постулат. Постулаты Бога. Это наша религия, наша вера. Мы просто верим, что оно вот так есть, но оно произошло. То есть вот это так. Да, так в основном. Там, где энергия Господа, ну, ученые об этом не говорят, они просто принимают это как нечто такое непонятное, для них не объясняют. Ну, допустим, для науки. Я говорю, Господь, все энергия сведется на энергию Господа. Даже в атоме находится Господь. Это так нет. Да. Да, поэтому там есть заряд. То есть таким образом, преданные, да, на основе Бхагаватам могут описывать, как этот мир создается, как возникают все первые элементы, да, и так далее, и так далее. Потом это все складывается в какие-то сочетания уже. Да. Вы должны использовать как бы не конечный продукт науки, да, допустим, там, химии, конечно, или еще что-то, да, в служении Кришне, как бы уже следствие, а изначально утверждать сам принцип науки, что. Да, но конечный продукт тоже можно использовать, потому что если он основан на правильном, как бы, понимании, да,
философской, да, концепции, то тогда, ну, в принципе, физика какие-то продукты тоже сделала неплохие, да, какие-то, не знаю, там, что физика хорошая принесла, то есть, что-то она принесла, да, то есть, какие-то законы есть. Она энергию Господа превратила в космические части. Вот, да. Да. То есть мы же это используем, да, то есть это вообще. Но мы просто теперь говорим, что физика на самом деле исходит от Кришны. Оттуда все происходит, там вот это закладом правильной ценности, поэтому ее можно использовать с служением Господа. Вот, то есть так много. Хорошо. Это был последний как бы стих раздела этой главы, где Нарада Муни проповедует Весадеве. Да, то есть он ему объясняет, почему важно написать Бхагаватам. А теперь, начиная с следующего стиха, Нарада Муни начинает показывать, как в его жизни собственный пример делится своей реализацией, как ему помог Бхагаватам для достижения самосознания, освобождения. Ни физика, ни химия, ни психология помогла. Ни как бы ни астрология, ни еще что-то, а именно Бхагаватам. В этом смысле. Потому что Нарада Муни, он, ну, в каком-то смысле, отчитывал Весадеву, что ты записал все эти второстепенные науки, они какую-то роль играют, конечно. Но отделенные от Господа, поскольку как бы, Господь в центр не поставлен, высшая цель не поставлена, то есть не записал, не описал деяния Господа, все это станет как бы, частью Вишнума и иллюзии, по сути дела. То есть люди будут совершать, использовать твои ведические писания, которые составил для того, чтобы совершать духовные поступки. Под предлогом религии они будут просто грешить по-прежнему. Поэтому ты должен недвусмысленно описать деяния Господа, а также в чем цель человеческой жизни, совершенство человеческой жизни. И теперь он показывает, как в его собственной жизни это произошло, как это помогло ему достичь совершенства жизни. Текст 23. «О Муни, в минувшей эпохе я родился сыном одной служанки, прислуживающей Брахме, последователем принципов Веданты. Пока они в течение 4 месяцев сезона дождей жили вместе, я прислуживал им». То есть так вот повезло. Он был сыном служанки, причем отец, по-моему, умер у него прям. То есть мать была вдовой, а при этом она еще была служанкой, то есть, значит, очень зависимой. То есть вот так просто вот она служила и все. То есть она не могла дать хорошего образования сыну. Сын просто помогал ему тоже вместе с сыном. Сын тоже был вовлечен в помощь. Но в этом месте иногда какие-то богатые люди предоставляют жилье каким-нибудь отшельникам. В Индии люди до сих пор осознают, что это очень так, замечательно, да, благоприятно для нашего, это увеличивает благочестие очень, поэтому пусть эти садху, да, в течение сезона дождей поживут у нас в отеле, и пусть наша служанка прислужит им. Да, то есть, и вот они заняли эту служанку прислуживанием мудрецам. И Нарада, маленький мальчик, помогал своей матери. Комментарий. Здесь Шинарада Муни кратко описывает чудодейственное влияние, которое оказывает на человека атмосфера преданного служения. Вот что на него повлияло, он попал в атмосферу преданного служения. То есть что можно предположить, чем отличается атмосфера преданного служения от атмосферы, ну, материального мира. То есть в материальном мире все конкурируют друг с другом. И так, знаете, строят такие, как бы, ну, наигранные отношения, чтобы, знаете, где-то улыбнуться надо, где-то там еще подшутить, еще что-то. Но это все вот, как бы, некая игра, да, то есть своего рода, в конечном счете. И кто-то, так сказать, выигрывает, кто-то проигрывает все время, кто-то несчастный, кто-то радостный, потому что он победил, а кто-то несчастный, потому что он проиграл. И вот это вот, в этой атмосфере, вот он, до этого были постояльцы, которые вот такую атмосферу и проявляли. Дух наслаждения, еще что-то, вот, какие-то скандалы между собой. И он привык к этому, и тут появляются мудрецы.
И они вообще по-другому себя ведут. Они же даже на этого мальчика, сына служанки, смотрят на душу. Говорит: Харе Кришна, спасибо тебе большое, да, то есть такое уважение и любовь. Мальчик был очарован просто этой атмосферой. Вот, и вот здесь он рассказывает, какое чудодейственное деяние на него оказала эта духовная атмосфера. То же самое, когда люди попадают в храм Господа, если преданные проявляют здесь тоже вот эту атмосферу сотрудничества, любви, доверия. Это просто фантастическая атмосфера. Они ничего не понимают вообще, что там на алтаре стоит, кто тут как бы что, почему все в таких одеждах. Но сердцем чувствуют, что это просто я хочу быть в этом. Да? То есть душа, она как бы оттаивает сразу в этом состоянии, и человек как очарованный просто привлекается. Я наблюдал, как это происходит даже в местах, где не очень хорошие условия. Например, у нас в Батайске был храм, сейчас уже мы его продали. Первый храм наш, в 90-м году мы еще его приобрели. Вот, и там всего 120 квадратных метров, собственно, было. Вот, и мы подвальное помещение, часть этих 120 квадратных метров, мы сделали под алтарную. Ну, грубо говоря, вместе с алтарем 60 квадратов, значит, там. В общем, места практически нет. И представьте себе общину, которая приходит в этот храм, 200 человек на воскресную программу, там, на празднике 300, 400. То есть там просто, ну, даже сесть некуда, встать, ну, битком все, двор весь забит, все, везде люди. В общем, такой, все комнаты, все. У нас даже стульев толком не было, один диван там был, естественно, там все всегда занято. Вот, и я все время удивлялся, как новым людям нравится эта атмосфера. Но поскольку между преданными есть это, знаете, как некий такой единство и вот это вот ощущение счастья какого-то, служения. Они танцуют вместе, поют, да, служат, вот, радостные все, и вот такой вот какой-то доброжелательность к новым людям тоже. Люди попадают в атмосферу, они начинают приходить вновь и вновь, хотя там даже сесть некуда, да, то есть вот такое, с материальной точки зрения, неудобное место. Вот. А что говорить, если это еще и удобное место, да, то есть поэтому это хорошее. Наша задача проявлять вот именно такую атмосферу преданного служения, вот атмосферу любви и доверия, которая сопутствует тоже духу преданного служения. Тогда, соответственно, люди, просто попадая в эту атмосферу, они будут трансформироваться, как это произошло с Нарадамуни. Итак, он был с самого незнатного происхождения, не получил хорошего образования, и все же, отдав все свои силы служению Господу, стал бессмертным мудрецом. Таково могущественное действие преданного служения. Живые существа являются пограничной энергией Господа, и потому их истинное предназначение – заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Да, то есть вот эта вот склонность к преданному служению, она сидит, ну как бы она находится в глубине, самая как бы глубинная потребность наша. Часто мы это не чувствуем, знаете, у нас как бы замылено вот какими-то вот желаниями, какими-то привязанностями, то есть вот этими вот, человек все время думает о чем-то, думает, что вот там это его потребность, или это его потребность. На самом деле, в глубине как бы всех этих поисков лежит эта глубинная потребность. И если глубоко обратиться к себе, есть даже преданные проводят такие, как с людьми, с новыми, тренинг, что ли, такой. То есть они садят их и говорят, вот, представьте себе, что вам осталось жить всего лишь один час. А сначала они выписывают все свои желания, которые у них есть. Потом мне говорят, представьте себе, что вам осталось жить один час. Какие желания вы оставите из вот этого списка? Они думают, ну это уже вообще не нужно. Это тоже, тоже. И даже может появиться у них вообще новое желание. То есть они как бы приходят к этой своей потребности. Да? То есть когда нет уже никаких иллюзий, а то есть вот нету уже вариантов, все, ты оставляешь тело. А то есть в чем тогда моя истинная потребность? Что мне надо самое главное сделать? Да? Именно об этом спрашивал Махараджа Парикшит, еще когда я был с вами, потому что у него осталось 7 дней. Он спрашивал, что самое важное должен делать человек на пороге смерти. Так. И вот вновь ощутить и как бы пробудить в себе эту потребность и подпитать ее, вот эту вечную свою потребность души, это и есть суть процесса преданного служения. Есть
Так, это называется ситха сварупа бхакти, да, то есть некая наша изначальная вот эта вот совершенная склонность к чистому служению Господу, да, то есть беспринципному служению Господу. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада здесь пишет, что живые существа являются пограничной энергией Господа, потому их истинное предназначение – заниматься трансцендентным, духовным служением Господу. Это наше вечное истинное предназначение. Это нам нужно раскрыть. Мы можем сейчас просто как бы теоретически в это верить, но вот ощутить это, да, то есть это, если мы вновь и вновь будем и слушать, и служить, да, то есть следовать этому процессу, воспевать Святое Имя, это все помогает восстановить. Именно будем медитировать на это, да, на нашу вечную склонность. Да, какие-то желания еще могут быть. Они могут нас отвлекать. Но вот именно эту склонность надо питать, и постепенно преданный поймет, что является наносным, а что является действительно связанным. Да, то есть, соответственно, таким образом его жизнь преобразуется. Если они этого не делают, то есть не занимаются трансцендентным духовным служением, состояние, в котором они находятся, называется майя или иллюзия. Да? Поэтому, как только вся энергия человека отвлекается от чувственного наслаждения, используется для служения Господу, иллюзия майя мгновенно рассеивается. На примере прошлой жизни Шри Нарада Муни становится ясно, что служение Господу начинается со служения истинным слугам Господа. Да, сам этот пример иллюстрирует, как развивается бхакти. То есть все началось с того, что он привлекся просто мудрецами, вот, их культурой, их отношениями. То есть что-то привлекательное у них было. Он служил им, вот, и постепенно пробудилось вот это вот стремление. Подробнее ступени, как это происходит, будет описано во второй главе. Была песня уже в первой главе, первая песня. А здесь иллюстрируется, как эти ступени фактически проходил сам Нарада Муни. Господь говорит, что служение Его слугам выше служения Ему самому. Служение преданным ценнее, чем служение Господу. Поэтому человеку следует выбрать истинного слугу Господа, постоянно занятого служением Ему, и принять этого слугу своим духовным учителем, приступить к служению Ему. Вот интересно, почему служение преданному важнее, чем служение Господу и ценнее? Даже Господь так воспринимает. Какие есть у вас предложения? Да, это вот это одна из важных граней, важнейшая на самом деле. Да? То есть Господь очень любит своих преданных, и когда кто-то служит Его преданным, да, то есть Господь очень доволен, проявляет милость. Угу. Да, это вот это тоже важная грань, что фактически, когда мы служим другому преданному, качество преданного переходит к нам. Вот. Кришна, как говорится, ему трудно поделиться, только когда он господчитанием становится, то есть он сам становится преданным, тогда он может делиться этим вкусом преданного служения. То есть Кришна же тот, кто принимает служение, да, то есть таковое его настроение. Вот. А когда мы служим преданному, мы как бы можем заразиться этим вкусом преданного служения. То, что с народом и не произошло, да, то есть он заразился этим вкусом, особенно когда попробовал остатки еще пищи. То есть у него произошло пробуждение, да, то есть это духовное чувство, духовное ощущение. Поэтому служение слугам Господу даже важнее, чем ему самому. Вот. К тому же это ну, правильная как бы, гармония позволяет создать, да, то есть служение Господу. Вот. Кто-то должен помогать кому-то. Слугам, слух,
Все получают благо, да. Если каждый будет сам по себе стремиться служить Господу, то между собой все будет так сказать, конкурировать, то это атмосфера материального мира. Да, происходит развитие. Более того, служение преданным – это и есть служение Господу. Поскольку преданный служит Господу, то служа преданному, то есть мы фактически начинаем помогать. Да? То есть служить этому преданному, служить Господу, так служение Господу расширяется. Поэтому служение преданному приравнивается к служению Господу и даже более еще благоприятно. Есть еще один нюанс. Это то, что из-за того, что наша квалификация гораздо ниже, чем у чистых преданных, а тем более у Шримати Радхарани, чье служение очаровывает Кришну. А мы хотим, чтобы Кришна был очарован нашим служением. Да? То есть вот мы тут что-то делаем несовершенное. Вот. Но по сравнению со служением Шримати Радхарани, оно ну, вообще никакое не идет сравнение. Да? То есть, вообще даже Кришне не очень-то приятно. Но когда мы предлагаем это служение через служение его слугам, то есть поскольку его слуги дороги Кришне, да, то есть для них становится дорого все, что эти преданные делают, и делают все те, кто им помогает. Поэтому наше служение становится таким же ценным для Кришны. А наша Гуру Парампара, в конце концов, все это предлагает Шримати Радхарани. Шримати Радхарани предлагает это Кришне. Вот. И таким образом получается, что наше служение предлагается самой Радхарани Кришне. В противном случае мы бы никогда к Кришне не подступили. Да? То есть, как кто мы такие, чтобы служить Кришне? Мы не квалифицированы, у нас нет необходимой преданности, нет необходимой чистоты даже, необходимых навыков, не знаю, там все, что нужно делать. У нас нет нормальных ингредиентов, все осквернено в Кали-Юге. Да? Как же быть? Как наше служение делать совершенно? По милости духовного учителя, по милости Гуру Парампары, наше служение становится принятым. Таким образом мы чувствовать начинаем, что Кришна принимает наше служение. Вот так. И мы получаем такое же благо, если бы мы непосредственно предложили это Кришне. И по сути дела, мы, даже когда мы непосредственно предлагаем Кришне подношение, вот мы служим Божествам, мы просто служим через Гуру Парампару, поэтому они у нас на алтаре стоят, чтобы не забывать, чтобы всегда помнить, что мы помогаем, мы лишь слуги, мы помощники, мы орудия в их руках. Они предлагают это Кришне. Я просто помогаю им, да, то есть я, они мне сказали, я принес на разнос и прочитал какие-то мантры, вот, они служат. Да. То есть вот это настроение слуги, слуг, 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 это истинное настроение чистой преданности, которая становится очень привлекательной для Кришны. Кришна сразу же привлекается к таким преданным, с таким настроением, начинает помогать ему, да, то есть помогать ему стать еще чище, развиваться в духовной жизни. Открывает ему изнутри таинство, науки о сознании Кришны, знание о себе, так раскрывается в сердце Кришны. Так. Итак, поэтому человеку следует выбрать истинного слугу Господа, постоянно занятого служением Ему, и принять этого слугу своим духовным учителем, приступив к служению Ему. Такой духовный учитель является прозрачной средой. Да, при этом сам духовный учитель никогда не пытается эксплуатировать ученика для собственного наслаждения. Он прозрачная среда, то есть он должен передавать это служение Кришне, да, то есть помогать. Не быть как бы этим самым посредником, как не посредник, а вот даже хуже еще слово, как некое, не замыкать на себе, да, то есть служение, не занимать положение Бога. Вот, в этом квалификация духовного учителя, он считает себя слугой, да, Господа, и слугой даже своих слуг, да, то есть тех, кто помогает ему в служении, своих учеников, Прабхупада так воспринимал своих учеников. Вот, я вам служу, просто, да, и, соответственно, преданные, все, что преданные предлагали, служение Прабхупады было принимать и передавать это Кришне, то, что он делал.
Такой духовный учитель является прозрачной святой, сквозь которую можно увидеть Господа, недоступного восприятию материальных чувств. Видя наше служение истинному духовному учителю, Господь соглашается открыть нам себя настолько, насколько мы отдаем себя служению. Так, да? Это точно наблюдает. Вот почему важен духовный учитель в духовной жизни. Иногда, ну, сейчас сразу теории есть, что гуру не нужен. Прабхупада наш гуру, да, то есть, ну, понятно, что Прабхупада наш шикша гуру, но нужно все и непосредственно, кому мы служим, да, то есть непосредственно духовный учитель. Направить человеческую энергию на служение Господу – вот высший путь спасения. Если мы служим Господу под руководством истинного духовного учителя, все космическое творение сразу же становится тождественно Господу. Вот такие преобразования в сердце начинают происходить. Осознавание такое происходит, да, что все связано тождественно, связано с Господом. Вау. Опытный духовный учитель, как слуга Господа, владеет искусством все использовать для прославления Господа. Поэтому под его руководством весь мир может превратиться в духовное царство. Такова божественная милость слуги Господа. Да. Это миссия истинного представителя Господа. Да, то есть он обладает этим искусством все использовать для прославления Кришны. Шрила Прабхупада, да, мог содействовать все. Ну, вот. И также его последователи, то есть мы видим, развивают эту миссию и таким образом превратить весь мир в духовное царство. Да, такова мечта преданных. Преданные хотят, чтобы духовный мир проявился, да, он все время проявляет, приходит куда-то, думает, вот, так, что-то здесь Кришне не хватает, начинает проповедовать, петь киртаны, раз, вот все летают, да, то есть, в экстазе, и преданные, наблюдая за этим, улыбаются, радуются. Вот как это описано тоже в читании Чаритамриты, 9 глава Агилы, там описано «Дерево любви Господа Чайтаньи». И там описывается, как Господь Гауранга тоже, да, он вовлекает всех в кушение этих плодов, то есть наслаждение плодами любви через воспевание святых имен. Вот, и когда он видит, что все опьянены, он улыбается счастливый. Вот, и Шрила Прабхупада переносит это, что в наши центры тоже приходят люди, и мы их вовлекаем в воспевание, и когда мы видим, что все полны блаженства, мы понимаем, что Господь Гауранга доволен, да, и мы тоже улыбаемся. Такой процесс сегодня придет преданным, что нужно будет тоже принять их и вовлечь преданное служение, чтобы все улыбались, в конце концов. Да. Я не живу, но я в виде своей цели, в виде жизни, я не смотрю на это.
Во-первых, да, то есть если человек покончил жизнь самоубийством, то есть он наказывается, да, то есть он как бы проявил это желание не иметь тела. Вот, и он получает наказание какое-то время, потом это заканчивается, это наказание, но какое-то время он страдает без тела, потому что без тела он не может удовлетворить свои чувства. Да, поэтому часто такие тонкие сущности, они входят в другие тела, другие, пытаются завладеть телами других людей, ну и беспокойство таким образом накажет. Вот. Другая причина может быть в том, что если человек, его жизнь оборвалась раньше времени, чем он должен был прожить, по-разному может быть причинам произойти, но так происходит, почему как бы греховно убивать другие живые существа, то есть мы как бы, то есть человек, который это делает, он не дает людям, не дает этим животным или живым существам дожить до их естественной смерти, то есть прожить, как бы, эту, пройти этот урок. Поэтому они до того времени, в которое они должны были бы находиться в этом теле, тела уже нет, но они продолжают, как бы, вот, еще не могут получить следующее тело, то есть должно пройти какое-то время. Поэтому интересно, в Шримад-Бхагаватам, в этой истории про царя Пуранджана, да, которую рассказывает Нарада Муни Парчинапартишату, он этому Парчинапартишату раскрывает, он говорит, он даже, по-моему, показал ему, да, что, или рассказал, что, что все вот эти животных, которых ты, так, как ты думаешь, принес в жертву, они на самом деле в тонких телах ждут, чтобы отомстить тебя, ждут твоей смерти. И когда ты, так сказать, тоже будешь в тонком теле, они все набросятся на тебя. И я думаю, что они и при жизни его тоже там беспокоили. До какой-то степени. Да, то есть так происходит. Ну, вот, то есть такие живые существа, они не могут, ну, как бы разорвать, да, связь. Или сильная привязанность тоже может оставлять человека долго. Почему тоже считается, что благоприятно кремировать тело. Вот, потому что, ну, если тело кремировано, то не, уже не к чему просто привязываться, когда душа как бы отрывается. И она также очищается в этом огне, происходит очищение как бы, этой связи, разрыв, сжигание этой связи с телом. Вот. Если же тело захоранивает, то тогда душе очень трудно оторваться от этого всего. Если только аркана может так куда-то видеть. Поэтому она может какое-то время даже быть в этом тонком теле. Желание такое проявлять, оставаться в тонком теле, надеясь, что тело ее оживет через некоторое время, что она сможет продолжить быть в этом теле. Вот, поэтому так важны духовные знания людям, чтобы они осознавали свою природу и развивали отрешенность от тела, понимая, что тело – это инструмент. Хари Кришна. Ну, давайте вы потом. Вы говорили, что Махарадж Парикшит, ну, я сейчас задумалась, изначально казалось, что это очень плохо, что его укусил так же, да? Но получается, что в итоге он сам получил колоссальное благо. Он знал момент своей смерти, у него была целая неделя для этого, он слушал Шримад-Бхагаватам, и он принес огромное благо всем другим живым существам. И получается, что нет зла, всегда происходит хорошо. Даже если изначально кажется, что это, ну, трудности или проблемы, так происходит только с чистыми преданными или вообще в принципе, что бы со мной не происходило, мне кажется, что это плохо, ужасно, тяжело. На самом деле это благо или это только вот... Да, это зависит от вашей позиции. То есть если вы находитесь в позиции ученика и слуги, то тогда для вас нет ничего плохого. Все является частью вашего какого-то испытания, урока. Вот что касается Махараджи Парикшита, то именно эта ситуация побудила его, да, то есть вот разорвать все привязанности, в том числе и к своему телу. То есть последнее, что у него оставалось, привязанность к телу, поэтому он во второй песне Бхагаватам просит. То есть я уже, говорит, разорвал связь с семьей, разорвал связь с привязанностью к детям, к жене, к этому самому, к этому миру, к царству. Единственное, что мне осталось, я чувствую еще как бы некую привязанность к телу.
эту связь. Пожалуйста, объясни мне, как душа духовная, она вообще входит в связь с этим телом, если оно материальное, это же разные совершенно энергии, как она соединяется, как она обуславливается, как происходит этот разрыв. Да? То есть он хотел получить это знание, и Шукадева Госвами, да, Бхагаватам помогает ему шаг за шагом осознать это. И что произошло с Махарджи Парикшитом? На седьмой день он просто уже вошел в самадхи, он уже был не в этом мире. Такшак укусил просто уже его мертвое тело. Поэтому даже он, это проклятие, оно, он выше уже был этого проклятия. Внешне это вот так выглядело, но он уже был в духовном мире. Он достиг уже совершенства. Поэтому для преданного, это для Махараджа Парикшита это послужило хорошим толчком в его духовной жизни. Вот, в его предании полном, то есть он решил вообще не тратить время ни на еду, ни на воду. Представьте себе такую решимость. Если бы не было этой ситуации, он бы, скорее всего, тратил бы, да, опять жил, просто ну, как бы отвлекался, скажем так. А здесь он полностью сосредоточился, понял, что уже ничего не нет, тут нужно просто на вот свои вечные вот это вот предназначение сосредоточиться. Это как тот же тренер, о котором я говорил, да, то есть запишите все свои желания, потребности, которые у вас есть, вот такой список огромный, там, пишите, а потом, так, если у меня осталось всего лишь 7 дней, так, что из этого, потом, а если 3 дня, уже меньше еще, а если 1 день, еще меньше, а если вообще 5 минут осталось, то вообще тут одна остается, да, потребность по факту. Полезное очень такое занятие, комментировать таким образом. Вот. Но часто так вот в жизни бывает, что мы, как нам кажется, несрочное, но важное, откладываем на потом, а решаем какие-то срочные, неважные дела. И запутаемся в этом всем. Такая типичная ошибка, которую делают обособленные души. Делают все, кроме как, ну, как делают что-то для блага души, да, то есть вот вечной своей склонности. Поэтому, когда человек приобретает веру в то, что эту склонность надо развивать, это называется шрадха, и он начинает прилагать усилия, то есть такой человек становится квалифицированным, да, чтобы становиться абхикари. Пусть конишка еще слабенький абхикари, но уже абхикари, чтобы идти по этому пути, то есть он старается развивать эту склонность. Поэтому нужно принимать все благоприятное, отвергать все неблагоприятное, так постепенно следовать руководство духовного учителя, преданных профессионалов. Так, что так долго вам отвечал, уже забыл даже, какой вопрос был изначально. Ладно, ага. Да, но мы должны прилагать все усилия, потому что вот здесь, когда мы говорим, Кришна решает, мы думаем, ну, тогда от наших усилий ничего не зависит, поэтому я буду просто как бы между делом где-то там повторять и не прилагать усилий, да. Тогда Святое Имя может быть 300 лет, может, так сказать, так повторять, и толку не будет особо. Вот. Поэтому мы прилагаем всевозможные усилия, молясь и надеясь, что Кришна вот именно сегодня проявится, да, то есть вот сейчас, и он проявляется. Есть. Чувствую я, не чувствую, я просто служу. Вот, я прилагаю все усилия. А там уже от Кришны зависит, до какой степени он себя раскроет. И вот когда Кришна видит именно это настроение, он начинает себя раскрывать. Сначала видим Намы, потом Рупа, Гуна, Лива. То есть так, Святое Имя как раз распускается, как цветок лотоса. Вот, поэтому усилия, они важны. И именно наша садхана-бхакти – это как раз и есть те усилия войти в садхана-бхакти, которые показывают Кришне нашу решимость, наше стремление, наше желание. Вот. И когда Кришна это видит, он начинает открывать себя, как здесь Шрила Прабхупада как раз в комментарии писал. Кришна открывает себя соответственно преданному служению преданному. Харе Кришна. Давайте остановимся на этом. Грант Рад Шримад Бхагаватам Ки. Yeah.
Шрила Прабхупада Ки Джай. Нитай Гаур Приманандо.